Ну вот и ноябрь подкрадывается в нашу деревню. Пушкина потихоньку облетает, сосна только свою хвою скидывает. Яблонька вон уже скинула все листики. Цветочки тут все мои уже засыпают. Нет, тут еще кориандр вон топорщится. Надо хоть его маленько подергать, самый морозостойкий. Ну, смородинка тут уже облетела. Клубничку посадила, там вот флоксы решила обновить. Землю еще надо подкинуть будет. Ну и будет хорошо. В общем, газ пока у нас только в процессе копки. Не знаю, до 31 декабря, наверное, программу не выполнит Мособлгаз. Да, вот такие вот тут астры еще, кстати, живут. Боже мой, я тебя так долго ждала, а ты такой страшненький. Мелисса, он еще радует. Да, вот тут вот газ докопали до забора. Ну, а вот здесь вот посмотрим, как туда к дому подвести. Наши соседи вон какую домину выстроили. На следующий год отделка займутся. А мы второй этаж займемся тоже отделывать. Ну, тут верандочка, конечно, надо подремонтировать. Брат Васин так номинально, короче, ни себе, ни людям называется. Ну, попробуем выкупить. Дальше посмотрим. Так что вот наша осень.